Меня зовут Александр Лымпев. Я являюсь председателем Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Красноярском крае. Касаемо послания президента Российской Федерации Федеральному собранию, конечно же, мы ежегодно следим за ним и ожидаем, что скажет наш президент. Говоря о 2018 годе, мы, конечно же, ожидали, что речь пойдет о человеке, о гражданине, о людях. Но наши прогнозы и ожидания большинства не оправдались. Речь пошла о оборонно-промышленном комплексе, о новейших технологиях, о вооружении, о внешней политике государства. В этом году, конечно же, хотелось бы услышать в послании президента именно о человеке, об обычном гражданине. В настоящее время социально-экономическое положение людей, конечно же, ухудшилось. Это обусловлено рядом тех непопулярных решений, тех непопулярных законов, которые были в прошлом году. Хотелось бы услышать именно о внутренней политике, а не о внешней политике государства, о тех проектах по улучшению социально-экономического положения обычных граждан, о возрождении экономики страны. Конечно же, предполагается, что речь пойдет о Курилах, об отношении с Белоруссией, но основное и принципиальное, чего мы ждем, это, конечно же, подъем социально-экономического положения каждого человека и гражданина нашей страны.